Бабушка самая первая. Говорим, в 4 проснемся, она уже без 10 готова. А я уже вернулась, а. Так, все. И папуля даже проснулся. Все, давайте, всем счастливо. Саша, не скучай за нами. Это он будет. Так, будем себе. Сколько уже? 4:20, да? Так, это мы где уже к Зипу подъезжаем? Да еще ехать. Еще далеко. Так, все, мы уже на первом Краснодаре. Опаздываем. Да, Гриш, мы не опаздываем, не переживай. Такой красивый. Че мы опаздываем, Гриш? На сбор. Куда вы опаздываете еще полчаса? Нет, не написала. Иди, Мельти, вы опять здесь. Однозначно. Неожиданная встреча. Мельти, вы куда вы так спешите? Тут даже пицца светится на вокзале. Так, в общем, а вот сразу видно, что это наши все толпу создали. Все, мы уже сели. Гриша сразу хочет пить. Дайте мне поснимать, я тоже хочу. Нет! Ты сейчас расчешись! Сидим и ждем, правда, не на своем месте. Ну я на своем. Гриша вот на своем. Кажется, так медленно едем, а на самом деле скорость пишет, что 115 километров в час. Похолодало, было плюс 2, сейчас 0. Ну, кажется, что медленно, да? Внутри не ощущается. Грише уже отдали билет. Что там написано? РЖТ. Это мое. И мне отдали билет. А вот это мне или тебе? На чьё фамилию? Да это я. Александра. Это я, да? Да. Ой! Сколько видите? Ага. Время в пути. Нет, написано время в пути. Вот. 3:47. Ну, 4 часа время в пути. 3 часа. 4. 3. Уже начинается расцвет. Сначала желтый, потом какой-то такой оттенок же зеленого есть. И синий. И даже голубого там есть. Я не знаю, нас только видно. Мы уже в горячем ключе, наверное. Везде лес, горы. Похолодало -3 за бортом. Да, уже -3 показывает. А я не знаю, как я играть. Мы сейчас в туннель заехали. Вообще ничего не видно. Что, туннель, Гриш? До сих пор туннель? Да. Сейчас сколько? 8:40, да, и мы к Туапсе приехали. Станция Туапсе. Все увидели море. Это уже Лазаревская следующая остановка. Какое оно красивое. Да. А также мы едем прям по над обрывом же, да? И Авгейский тоже так же. Это же Лазаревская уже. Нам еще чуть-чуть осталось. Ла-ла-ла. 9:20. Так, не порти мне тут. Два часа осталось. Нет, тю, остался час. Да меньше даже. Нет, 1:30. Какой мы? 10:07 приедем. Да. Сейчас уже будем выходить. Я на 9-й этаж не пойду. Все собрались. Держи. Гриш, где твоя шапка? Здравствуйте. До свидания. Нет. Теперь еще и на автобусе ехать. Вот это наш автобус, интересно? Не знаю. Наша газель! Все, теперь наш автобус пошел. Ты хочешь сумку еще? Да мы можем с сумками, пошли так. Да, мы так. Да.
Мы теперь с мамой сидим. Гриша впереди. И на автобусе ехать до Оклавова. Мы уже и приехали. Не знаю, не прошло и 5 минут, да? Угу. И мы быстро доехали на автобусе. Входим, не разбегаемся, стоим, ждем. Нас сейчас прям внутрь, да, завозят? Не разбегаемся. Угу. Вот куда-то туда пошли. Раз я ни с кем из наших не смогу жить. Пошли. Где хорошо напал? А потом скинешь, ладно? Ага. Прям даже 3 звездочки нарисовано. Это что? Посмотрим, где? Что это за 3 звезды. Аквалоу, 3 звезды. А, вон внизу, ага, я не вижу. Посмотрим, что бы это значило. Что значит в России 3 звезды? Да. Да, очень красиво. А где наши дети, мам, ты не знаешь? А вот они тут. Ой, тут очень красиво. А вот все наши. Теперь ждем заселения. Кто ждут как могут. Гриш, а какой у тебя номер комнаты? 7. 7. Кончу. Куда? А ты с кем? Ты со мной? Ты с кем? Ага. А вы хоть познакомились? Нет. Ну так познакомьтесь. Так, все, мы уже заселились. В общем, у нас 2-местный номер на 3-м этаже. Нам не надо высоко подниматься. Да, такая мебель, конечно, староватенькая. Заходим, тут шкаф с одеялами, халат. А, это ты уже халат свой повесила, да? Нам халат не давали, да? Ванная. Ну, вернее, душевая кабинка. Ой, ступенечка. Унитаз. Какие-то тут мылка. Что-то нам дали. Привет. Что здесь? И душик за шторкой. Да, а вот он, а то, думаю, душа нет. Что тут еще? Зеркало при входе для обуви. Все. 2 кровати. Стульчик. Порисованная стена. Ой, кто-то звонит. Вот, в общем, продолжаем. Поговорили мы с Сержуней. Телевизор. В общем, все такое. Немного староватая. Мебель, конечно, очень старая. Зеркало. 2 полки. И балкон. Балкон очень такой хорошенький. Да, и вид красивый. Море. Да, вид у нас красивый на балкон. Вет тоже уже не первой свежести. Вот. Ой, вот эти красивые очень такие. Как будто камыши. Уже стол не первой тоже свежести. Ему точно уже много лет. Едем в лифте, а тут Гриша вообще живет на 7-м, но в лифте в только 6-й крайний этаж. Это 6-й, да. Вы будете комментировать. Мы на 3-м этаже. Как только спускаешься на 3-й этаж, да, и я сразу... Знаю. Подожди, 320... Ты только заходишь 324. В номера, вот такой у нас. Вот так, только заходишь и вот сюда. А где вроде живут? Не знаю. 324. Пошли у тебя смотреть. 324. Ой, уже телевизор, блин, футбол. Вот, а у вас холодно? Нет, у нас солнце. Покажи. У нас холодно. А у вас прям 2-комнатный номер? Глянь, какой вид. Ого, какой вид клевый. Нет, точно. А у нас море. Вишенька. У нас море видно. Море? Ага. Черт, мама, я... У нас море. Мама, я сейчас это, там кровать, это мы закрываем. А я это, закрываю кровать. Можно. Я
тебя домой пойду. Третий этаж, 326 номер. А я так не зайду. Ну, конечно, так ты не зайдешь. А как вы будете спать? Еще надо вот это же раскладывать же будет. А нет, там диван же, и вот кровать. А, ага. Гриша, надо же сумки разложить. Так, у Гриши 707 номер, хоть бы запомнить самим. Так, все, мы уже идем на обед. Уже ждем, не дождемся, когда кушать. Так что собираемся, идем в час встречаться внизу. С часу до трех у нас обед. А вон он! Да идет час! Мам, я его вижу! Ну все! Так, идем в столовую. По каким-то коридорам. Ну, короче, это надо же на запах-то идти-то, по идее, да? Вот, а нет, если там, а есть вход. Как-то все так интересно, да? Все, куда нам идти? Сейчас мы ждем у сенпая, да? Все, тут все так очень долго. Столиков-то много, да? Гриш, подожди. А где у сенпая? Нет, Гриш, карман. Ты что, она так... У меня нету кармана. Пошли. Пошли смотреть, что здесь есть. Что тут есть? Что там, селедка, да? Салаты. И с оленем. А здесь что, горячее? Здесь что, горячее? Не, ну в смысле, вот это вот второе горячее, да? Ну да. Каша, курица. Там еще картошка. Курица, курица. Котлеты и рис и макароны. Ты слышишь, сколько они готовят? И подлива. Сейчас мы идем. Выпечка. Пошли, узнаем. Это чай и кофе, да? Да. Короче, это беру и я пошла. Здесь еще супы. Можно брать? Здесь пустое. Так, я выбрала салат. Капусту и котлету, картошку и соленые помидорчики. А я выбрал хороший макарон, мясо. Соп. Слушай, ну тарелка компот. У тебя вообще огромная. Компот. И, конечно, обед. А. Все? Ты все да, нашел? Гриша, картошка с котлетой. Да. Ты супчик точно не хочешь? Я-то съем потом. Там море сзади. Видно его? Уже не видно, да? Все, теперь уже мы не голодные, можно и поспать. Теперь идем на какую-то прогулку. Думали вообще-то полежать, но сенпай написал, что у нас экскурсия. Так что идем. Шапку обязательно. Давай, одевайся и пошли. Да подождите. Экскурсия. Посмотрите направо. Посмотрите налево. Там даже цветы цвели. А вот... Что это? Оранжевое. А, это что-то... Ну, это что, облепиха, нет? Это облепиха, наверное. Облепиха похожа, да? Блин, надо лезть теперь сюда. Мы хотим на беседку завести, на крышу. Вон, а вон... Мне нравится сочетание пальм и елок. Ну вот... Ну просто, да? С одной стороны пальмы, с другой елки. С одной стороны море, все такое. Да. А с другой стороны Россия. Угу. Что такое, как елочки. Красивенько. Так что здесь лагерь 2014 года, да? Аквалова. В карате, короче. Карате, короче, с 2014. Не, ну конечно, как же не погладить крокодила? Надо сходить. Особенно и что? Вы повторите, что он рассказал. Вот эта часть закрыта, которую мы похоже пойдем. А там вот. Вот с детьми, когда ходили, вот,
там замок такой надувной. Он видимо старый, он чуть-чуть спускал. И когда вся деревня залетела, сначала дети выбежали все. Я просто летели, убегали. А потом он в конце концов вообще сдулся. Это вот так было. Вот все купания по парку было. Вот Динская заходит куда-нибудь, дети оттуда уходят. То есть, ну, вот так. Потом там пенная дискотека были. Дети в пену всю заползали. Руська, поняру. Лёня, Данил, пойдёте фоткаться около слоника? Слоники! Боже, тут браслетики продают! С именами? Борис! Давайте что-нибудь купим! Давайте что-нибудь купим! Шопоголики не любят! Все, теперь мы идем домой. Мы пойдем, конечно. Снять, Лёнь, как красиво. Клёво. А вот тут мы ехали. Ну, вернее, мы тут не ехали, но могли бы поехать. А, я боюсь погоды. Мы были в 14 году. А его начинали строить. Кого? Вот это. Ага. Это тоже их комплекс, да? Тут еще этажи. А, там еще лифт? Класс! Я снимаю, как Диана снимает. Не знаю. Тут в карате прямиков нет. Нет лифтов, понимаешь? У нас корпус морской, который прямо на берегу моря. А у нас просто третий, да. Бассейн рядом. Банный спа-комплекс. Вот тут находится, в морском. Наверное. О, я бы сходила. Пойдем, Диан? В банный. Сейчас? Ну, не прям сейчас. Боюсь, нас туда не пустят. О, наконец-то! Клево! Кто это сказал, вы не знаете? Кто сказал про удочку? А, класс. Это вам не доски, да? А? Да. Да. Да, 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 да. Вот
Сейчас они большой сломают, по-моему. Вот так вот, носите как родион здесь. Смотрите, какой Вероника красивый камушек нашла. А ты потолще он взял бы. Гриша! Рома даже сломал что-то. А Рома сломал, Кирюша. Другой, да, верно? Ага. Вышли на солнышко погреться. А-а-а, сколько. Это на Марсика похоже вот это, верно? Да. Да? Да. Не Марсик это? Нет. Все, идем. Экскурсия прошла удачно. Идем. Готовиться на тренировку, да? Я сейчас уже у Гришки в 4:30 будет, ой, это я, новая, первая тренировка, и мы идем его проводить. У меня, слушай, и правда не открывается с этой стороны, то есть если мы снутри закрыли, то, видишь, я тут не могу открыть. Я думаю, что Гриша стучит и не заходит, мы же не замкнуты. Динские, правильно? Это у вас Жорик. Не, у меня Настя Максимовна. Знаете, так гласили, да? Ой, полный зал. Пока расставили. Да. Ну такой как. Ну фоткала, что-то на видео мне не получилось снять. Глаза закрывайся, не надо. Фоткала, да, чуть-чуть. Кто такой? А что вы не пахнет? Что вы их не взяли? Я пахну целый год просто. Январь месяц, да? Вид, конечно, шикарный. Лев, а если не лев, то море. Там море, вот там уже. Ой, какая тут красота. И олени какие-то тут светятся. Ага. Оленя? Здравствуйте. Вот это же не раз... Парамут, это... Ну да, ты тогда с девочкам под кожу такие. Покажи. Вот это, Верусь. Ну давай, вот розовенькие. Два одинаковых. Два одинаковых, чтобы и не дрались. Одинаковых нет. Тогда разные. Одинаковые, сейчас я посмотрю. Не, ну тот розовый Маргарите понравится. Да. Это розовый. Покажи, какой с ракушкой. Посмотрите, какой. Покажи мне. Это с ракушками, да? А это ты сняла? Твой, да. А девочкам ты сняла? Вот. Маргарите какие? Зои. Будут модные девчонки. На прогулку, а тут такое. Ужас, чуть не испугались. Не, ну благо тут целая статья про это написана. Будем сейчас изучать. А говорила, не играла. Сейчас еще и на паровозике поедем кататься.
такая еще красота. Камушки. Здорово. Поле первого корпуса. Так, теперь на ужин. Что, надо теперь столы найти? Пошли, стол же найдем. Сначала. Идем искать, что тут на ужин. Рыба? На ужин рыба, да? И рис. Каша, по-моему, та же, да? Голубцы. А тут что? А тут гречка. Что там еще? Мясом, да? Да, и какая-то запеканка, да? Мясная? Да, какая-то запеканка. А-ля большая котлета, знаешь. Здесь компот. Есть всякие соусы. Масла, молоко. Повидло. О, уксус. И даже... Давайте химичить. Давайте. А это типа мюсли, овсянка. Масло большое кусмать. А салатики те же, да, остались? С обеда? Так, тут фрукты. Ничего. А что, мандарины были вкусные? Вот, кстати, сладкие. Так они такие маленькие, да, прикольные? Грейпфруты. Здесь все то же самое. А здесь... А что это такое? Это то, что мы ели? Да, это то, что мы ели. Котлеты эти, да, каша пшеничная. Давай дальше проходи. Рис с овощами. Что, рыба новая, да? А, и нет. Я как красиво. Давай сфотаемся. Новенький розовый, да, пирог? Розовенький. Розовый пирог. И еще какие-то вкусняшки, да? Булки-булки. Здесь молочная каша. Но пахнет очень вкусно. Ну реально, скажи, очень вкусно. Вкусно пахнет. Ой, это уже конец ужина. Большой. Про который мы забыли. Да, про который мы забыли. Но было примерно, ну почти вот так. Тикает на скрипке. Начинается река. Мама на дискотеке. Тело змеи в Сочи. Боже, теплый море. Чайка забивает. Еще 200. Нет, ну да, две. Нет, туда. Подождите. Я сейчас.